Друзья, привет! С вами Маргарет. Сегодня хочу показать обзор одежды для кормящих мамочек, которую я заказала с AliExpress. Если тебе это интересно, продолжай смотреть. Поехали. Вот я сейчас, собственно, стою в одной из кофточек, которые я заказала на AliExpress. Они есть с секретом для кормления. Это такая хбшная кофточка с длинным рукавом. В принципе, носибельная, хорошая, качество нормальное. Я даже стирала уже пару раз. И вот этот рисуночек, да, который здесь нанесен, он совершенно никак не деформировался, все здорово. Здесь просто получается на молнии, то есть один бегуночек такой. То есть вот, да, расстегиваете, все, у вас доступ сразу идет к груди, чтобы кормить малышку. Малыша. То есть очень классно, я не ожидала, что на AliExpress можно заказать неплохую вещь, одежду. Могу рекомендовать этот магазин, там есть разные цвета, очень здорово. Еще есть у меня две футболки, которые я тоже заказала на AliExpress, они тоже здоровские. Одна черненькая такая, тоже там идет секрет на молнии, очень интересный принт мне понравился. Я заказывала все футболки и вот эту кофту размера М-ка. Сама я ношу размер 42. Я не скажу, что она мне прям как раз, да, немножко свободновато, но я люблю такой, знаете, стиль немножко посвободнее, чтобы не было в обтяжку, поэтому смотрите внимательно, все в описании читайте, мерите свой размер, то, что вы хотите. Поэтому у меня все футболки тоже свободного кроя получились, и эта кофточка тоже. Минус этой кофточки в том, что рукава, конечно, коротковаты, но это вы, наверное, знаете, да? Ну как, у меня, в принципе, нормально, но у меня рост маленький, поэтому даже мне чуть-чуть коротковато, то есть если вы больше, чем 1,60 м выше, да, меня, то смотрите, рукава могут быть короче, потому что у китайцев часто такое бывает, да. Так, все швы ровные, все хорошо, в принципе, претензий никаких нету по этому поводу. А потом я еще заказала вторую футболку, она белая, там тоже такая милашная, но там уже не молния, там уже такие кармашки, я покажу обязательно. Тоже хбшка, тоже приятная, и сзади немножко подлиннее, спереди чуть-чуть покороче. Мне нравится такой стиль, нравится такая модель, поэтому я тоже рекомендую. Все эти три вещи использую очень активно, все после стирки ведет себя благополучно, поэтому спокойно могу вам, мамочки, рекомендовать это для заказа. Надеюсь, мое видео было вам полезно. Пока-пока!